На некоторых улицах окраин областного центра в вечернее время царит темнота. По мере того, как на улице темнеет, жителям становится сложно добраться до дома, ведь уличное освещение не работает. Жители с беспокойством ждут, пока проблема света будет решена. В проблеме разбиралась наш корреспондент. Вопрос обеспечения освещением городских улиц в регионе до сих пор актуален. Жители частного сектора по улицам Кусаинова, Куанышева, Алтынсарина, Щучинской и Балуана-Шолака обращались с проблемой света к компетентному органу. Кроме того, на улицах нет дорожных знаков. Мы вот с 92 года проживаем вот на улице Мира, нынешняя Алтынсарина. У нас улица Алтынсарина очень темная. Дело все в том, что даже мои дети ходили в эту школу вот так вот потемну. Мы бы хотели, конечно, желательно, чтобы вот от улицы Куанышева до Шевченко, бывшей, я не знаю сейчас, как она называется, до 11-й школы, провели нам свет. На некоторых улицах областного центра идет работа по установке и замене столбов освещения. Ответственные органы ведут активную работу. Ведется определенная работа по содержанию объектов уличного освещения города Кокшетау. В частности, хотелось бы вот отметить, что на территории города в текущем году мы установили порядка 150 мачт уличного освещения. На ЖК Жанцая объекты уличного освещения были подключены. В этом году на многих улицах Кокшетау установили светильники. Тем не менее, по словам жителей, предстоит много работы. Отметим, что с начала года на установку уличных фонарей из городского бюджета выделены средства в размере 10 миллионов тенге. Эльмира Оспанова, Санья Жанбырши, Алишер Шакубаев, Ардак Леугабулов, Кокше, Акпарат.